Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Silent Hill. Мы по-прежнему в госпитале. По-моему, в самом печальном месте во всей серии. Но мы продвигаемся вперед. Я вообще не знаю, зачем мы сюда пришли, потому что тут даже следа нашей дочки нет. И просто все очень плохо. На изнаночной стороне этого госпиталя по-настоящему печально. Так, у нас есть зажигалка, у нас есть спирт, у нас есть ключ. С этим ключом мы направимся... подвал. Там была закрыта дверь в последней серии, насколько мы помним. Кроме этого, в последней серии мы решили сложную головоломку. Решили, как это у меня обычно бывает, методом тупки. То есть, наугад нажимал, и получилось. Это прекрасно. На самом деле, конечно, не тупки. На самом деле, я приложил огромное усилие умственного плана и решил это, без сомнения, сложную головоломку. Ну, вы поняли. Так, хорошо. Подвал. В подвале все было плохо. Там был морг, который меня чуть не убили. Кстати, что у меня по здоровью-то? По здоровью терпимо. Пусть так и будет. Так, хорошо. Подожди, это первый этаж еще? Да, точно. Вот тут вот на первом этаже, прямо над нами, смотровой кабинет. Туда мы тоже попасть не можем, там дверь закрыта, из-за нее слышны какие-то шаги. По моим ощущениям, вообще цоканье каблучков каких-то. Так, ну и спуск вниз. Можно лифтом воспользоваться, можно сделать вот так. Так мне больше нравится. Уже прошли те моменты, когда в этой игре, в этом госпитале, меня аж передергивало, и я прям сильно пугался. Сейчас я уже пообыкся, но я чувствую, что скоро отсюда мы выберемся. Давайте смотреть. Есть кто? Вроде бы никого. Это что на полу? А, его, скорее всего, подвинуть, наверное, можно. Патроны для дроби. Бутылка доверху наполнена каким-то лекарством. Лучше не трогать. Хорошо. Так, внутри ничего нет. А с этой стороны, если попробовать... Вы хотите толкнуть шкаф? Да? Хочу. Я уж подумал, зря сходили. А здесь что-то... Что это? А, дверь. Ну, как-то это совсем плохо, по-моему. Спуск вниз. Похоже, под решеткой спуск какой-то коридор. Лазы сплошь оплели решетку, так что я и пошевелить ее не могу. У меня есть зажигалка. Сейчас мы тебя сожжем. Так. Блин, не в ту сторону. Ну ладно. Все верно. Это было достаточно просто. Не выходит. Я пытаюсь поджечь... Но они слишком плохо горят и гаснут почти сразу. У меня есть спирт. Сейчас напьюсь и подожгу. Так. Ну, давай, ну. Да, я так и думал. Вообще, мы, похоже, сейчас в канализацию пойдем, что ли? Я, честно говоря, не хотел бы. Не та игра, в которой ты хочешь ходить по канализационным коридорам, туннелям. Все, готово. Ну, пойдем. Последний раз, когда мы в такое спускались, мы встретили... Ой.
очень неприятную тварь. Так, давайте мы сменим, пожалуй, на пистолет. Ой-ой-ой, зря я это сделал. Пошло. Так, спокойно. Там еще кто-то есть. Давай, падай. Хорошо. Все, успокоили. Так, у меня нет карты этого места. Куда я попал вообще? Это же офигеть. Посмотрите, стены деревянные. Это вообще не свойственно для этого госпиталя. Где мы находимся? Какой-то помет куриный какой-то на полу. Или что это белое такое? Да. Так, тихо, чуть-чуть подлечимся. Блин, инвентарь, конечно, мог быть поудобнее. Давай, давай, давай. Сейчас надо вырваться из этого плена просто. Да я не ту целюсь. Где это я вообще? Похоже, кстати, на дурку. Откроется. Не поддается. Дается. What's this? Что это? Где? Looks like someone's been here. Алиса? Понятно. Давайте возьмем ключ. Ключ от смотрового кабинета. А, понятно, это нам сейчас назад надо будет идти. Какое приятное место. Так, а это что? Ничего. Насколько я понимаю, Леса один в один похоже на Шерил. Это прям как в фильме. Там вот сюжетный поворот. Вежливо позаимствовали. Готово. Что это? О, кассета. Хорошо. Я знаю, где ее применить. Так, ну и все. Вроде все. Надо бы, конечно, переставать пользоваться огнестрелом. Твою дивизию. Ну что ж такое? И сейчас, скорее всего. Скорее всего, снаружи нас будут ждать. Нет. Так, ладно. Оттуда мы пришли. А там у нас, судя по всему, ничего нет, кроме этих проклятых инвалидных колясок. Замок заклинило. Ой, у меня прям отлегло. Я подумал, что туда сейчас пойдем. И, блин, я не хотел этого всей душой. Нутром просто чувствовал, что мне туда не хочется.
И когда я увидел, что дверь не открывается, мне прям отлегло. Хорошо, возвращаемся, у нас куча всего вкусного. Можно сразу на первом этаже открыть смотровую, но я предпочту сначала посмотреть видеокассету. Что-то только я говорил, что мне совершенно тут не страшно. Просто место такое не страшное. А на самом деле... Блин. Фух, так, на второй этаж. На самом деле, как только мы попали туда, где пониже да похуже, мне стало по-настоящему жутко. И здесь опять я более-менее успокоился. Алхимила, оказывается, не такой уж и страшный. Ну, то есть я привык к нему. Он достаточно логичный, одинаковые схемы этажей, и постоянно знаешь, куда идти. Чувства потерянности нет. Так, ладно, отсюда сейчас на сквозную пройдем. Подожди, у нас же на третьем видеокассета. Ну, все равно правильно идем. Так, хорошо. Приперлись. А на четвертом у нас ничего, по-моему, не было. Неважно. А что же интересно в той клетке? Мне вот любопытно стало. Здесь в соседней комнате клетка, в которой никого нет, она заперта почему-то. И от нее ключей никаких нет. Так, видеокассета, давайте посмотрим. Все еще обычно оператора открывает пульс. Прощу. Понятно. Вся кожа. Это про Олесу. Чат снаружи. Почему? Это же просто девочка. Хотела сказать она, я думаю. Не скажу. Это нам не дало абсолютно ничего, но тем не менее интересный такой момент. Я думаю, все помнят недавний фильм и насколько там все было содрано именно с первой части, при этом сковеркано. Но общие моменты прослеживаются, да, и судя по всему, сейчас говорили про Олесу. Так, хорошо, мы идем на первый этаж. Хотя могу и ошибаться, потому что сюжет что-то, я, честно говоря, вообще не помню. Но судя по всему, Шерил, это как и в фильме... Одна из сторон сущности Олесы? Или как? Ну, не знаю, пока не будем спойлерить и какие-то догадки строить, потому что, блин, может кто вообще сюжет игры не знает. Это будут своеобразные спойлеры, потому что пока что по сюжету именно ничего не подается. Мы просто ходим туда, куда нас направляют, не более. Так, лады. Вот и дверь. Девушка. Какая красивая. Да, после такого любому человеку рад будешь. Finally, someone else who's okay. Who are you? My name's Lisa Garland. What's yours? Harry Mason. Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out.
When I came to, everyone was gone. It's awful. So you don't know anything either. Great. Дела. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream. Yeah, a living nightmare. Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old? A 7-year-old girl? What, she's your daughter? Yes. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry. That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement? No. Why? Is there something down there? You don't know? Don't you work here? We're under strict orders never to enter the basement storeroom. Okay. So I really don't know. What did you say was down there? Well, it's... Damn! My head! What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry? Ну, офигеть. Was I dreaming? You were too late. Опять эта больная старушка. It's you. Yes, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Darkness. The town is being devoured by darkness. Strength must overcome petty desire, childish sleep talk. I knew this day would come. What are you talking about? I don't understand a word of this. Believe the evidence of your eyes. The other church in this town, that is your destination. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? Вообще видел. So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? It is the mark of Samael. Don't let it be completed. Завершится. Hey, wait! Нормально, как-то эта бабка на нашей она стороне или нет. Но это ключ от антикварной лавки, взять его, конечно. С одной стороны, при всей моей нелюбви... Нет, вы поймите правильно, я фильм Silent Hill обе части люблю. Именно как что-то отвлеченное от Silent Hill игры, потому что, в принципе, там и актерский состав неплохой, и сюжет довольно интересный, и спецэффекты, опять же, и пирамидоголовый, там это фан-сервис такой. Но при этом по отношению к серии игр она не только настолько вот безнадежно проигрывает в глубине сюжета, атмосфере и вообще во всем в целом, там, в декорациях, ну и просто как-то вообще никак. Короче говоря, так вот, о чем я говорил, я уже забыл, по-моему. В общем, в первой части серии фильмов было как-то хоть и немножко не так, но, в принципе, общая канва сюжета, как я сейчас вижу, довольно похожа. Так, что у нас тут? Ничего не лежит, ничего полезного, хорошо. В общем, вот такие дела. С одной стороны, и фильмы неплохие, но с другой стороны, игра это совершенно другое. Так, нам сейчас нужно выходить отсюда, я так понимаю. Больше нам тут делать вообще нечего. Ну да. Девушка куда-то пропала. Надеюсь, с ней все в порядке. Не знаю, кто бы что ни говорил, а вот такие вот места меня пугают гораздо сильнее, чем то, что там вот облезло всякие кишки на стенах.
Вообще, как правильно говорили, чем натуральнее, тем пугательнее. Там что-то видно вымышленное, а это именно вот такое очень живое. Так, что это? Не знаю. С той еще графикой никогда не поймешь, где декорации, а где что-то, что можно использовать. Ну что, пилим в антикварный магазин? Отлично. Там уже прыжок, я сейчас хапну. Так, и где он? Торговый центр Silent Hill. Я бы, наверное, увидел, если бы оно было более-менее читабельно, но... Хорошо, будем искать. Какие приятные звуки. Это нормально вообще? Фу, так, чуть-чуть подлечиться и давайте искать, что ли, этот антикварный. Я, честно говоря, вообще не вижу, где он. Зеленый лебедь. Окей. О, этот звук просто по нервам бьет. Это же надо. Тихо, кто-то ходит. Книжный. Книжный, это, я думаю, не то. Да что за день такой? Так, блин, не то нажал. Короче, давайте пойдем по улицам Кунца и потом по улице Симмонса. Таким макаром, я думаю, куда-нибудь да придем. Да блин. Да. Свали уже, ну. Смотрим на вывески. Не забываем уворачиваться от этих гадов. О, что-то лежит. Ой, твою мать, ты-то кто такой? Ой-ой-ой, уйди, да ну нафиг. Все, я уже не хочу то, что тут лежит. Бежим, уйди, уйди, уйди. Это что за хрень такая? Какой-то ленивец, переросток. Так, тупик. Надо лечиться. Мне сейчас просто оторвут что-нибудь. Насместил. Насильник. Ленивец-насильник. Ну, по-любому, ну, посмотри. Офигеть. Зигзагами от него уходим. Так, там что-то сейлс было. Возможно. Да что ж ты такое? Топ сейлс. Смотри, он бегает быстрее меня. При этом прыгает мне на спину еще. Так, это не то. Это тоже не то. Тупичок, очередной обвал. Да, это же надо так попасть. Фу, хорошо. А, вон, зеленый лев появился наверху. Надо вон туда он прям. Нужно пилить. Понятно. Над торговым центром где-то. Звуки все громче. Да, неприятно, у противник такой. А вот и оно. Фух, отлично. Просто отлично. Использован ключ от антикварной лавки. Ну и что здесь? Часы и сохранение. Ну что, давайте сохранимся. И на сегодня будем завершать, наверное. Фу, в следующей серии посмотрим, что нас тут ждет. Тут довольно красиво. Я бы даже сказал, интересно. Блин, мне показалось, там манекен стоит. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Игра как-то совершенно без проседаний. Очень нравится. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.